Ну что, Серега, удачно тебе добраться до мегаполиса. Ребятам из Альфы от меня личный привет. И это, Лесник, смотри мне там поаккуратней. Сейчас в туннелях очень неспокойно. Готов прокатиться с ветерком? Отлично! Пристегните ремни! Вас приветствуют туннельные авиалинии! Откиньте спинки своих кресел и наслаждайтесь полетом! Следующая станция — Метрополий! Удалось обнаружить и захватить бункер X. Я надеялся, что большая часть бед для тех, кто выжил в той ужасной войне, останутся позади. Ведь теперь у нас имеются не только запасы продовольствия на многие годы, но и новое вооружение, которое должно помочь остановить кровопролитие, длящееся уже более 20 лет. Но как же я ошибался. Вдруг из ниоткуда стали появляться новые безжалостные твари. В народе их окрестили темные. Темные, огромные существа, на голову выше любого человека, отдаленно напоминают людей, но как будто вывернуты наизнанку. Люди приписывали им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками способны убивать хорошо вооруженных и подготовленных людей. Нам пришлось спуститься в туннели заброшенных станций. Там можно было спрятаться не только от темных, но и от жуткого холода и смертельной радиации, которые стали царить на поверхности. Да и все, что говорили о темных, это неправда. Правда страшней. Твою мать! Только этого еще не хватало! Серега, походу твари прорвались через внешний периметр. Гляди в оба, если увидишь где-то непонятное телодвижение, вали по ним, не раздумывая. Тут до Метрополиса совсем немного осталось.
что, Серега, удачно тебе добраться до мегаполиса. Ребятам из Альфы от меня личный привет. И это, лесник, смотри мне там поаккуратнее. Сейчас в туннелях очень неспокойно. Готов прокатиться с ветерком? Отлично! Пристегните ремни! Вас приветствуют туннельные авиалинии! Откиньте спинки своих кресел и наслаждайтесь полетом! Следующая станция — Метрополий! Обнаружить и захватить бункер Х. Я надеялся, что большая часть бед для тех, кто выжил в той ужасной войне, останутся позади. Ведь теперь у нас имеются не только запасы продовольствия на многие годы, но и новое вооружение, которое должно помочь остановить кровопролитие, длящееся уже более 20 лет. Но как же я ошибался. Вдруг из ниоткуда стали появляться новые безжалостные твари. В народе их окрестили темные. Темные, огромные существа, на голову выше любого человека, отдаленно напоминают людей, но как будто вывернуты наизнанку. Люди приписывали им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками способны убивать хорошо вооруженных и подготовленных людей. Нам пришлось спуститься в туннели заброшенных станций. Там можно было спрятаться не только от темных, но и от жуткого холода и смертельной радиации, которые стали царить на поверхности. Да и все, что говорили о темных, это неправда. Правда страшней. Твою мать! Только этого еще не хватало! Серега, походу твари прорвались через внешний периметр. Гляди в оба, если увидишь где-то непонятное телодвижение, вали по ним, не раздумывая. Тут до Метрополиса совсем немного осталось.
ты, Серега, даешь! Я, честно говоря, думал, мы тут вместе дубы дадим. Но стрелок из себя отличный. Эй, тук-тук! Кто в теремочке живет? Отворяй ворота! Мэр приехал! Лесник, ты ли это? Ребята, посмотрите, он все еще живой! И, как всегда, на своем драндулете! Открывайте уже гермозатвор, а то не ровен час еще прибьют нашего любимого посыльного. Серега, а тебя срочно Дегтярев вызывает к себе. Буржуй, ты мне мою ласточку не тронь! Знаешь, сколько она уже повидала? Год назад я потерял лучшего друга и боевого товарища. Лис был мне как родной отец. Он с детства оберегал и заботился обо мне. Мне всегда казалось, что с ним я в безопасности. Но так случилось, что мы попали в засаду, когда искали объект X. После этого больше я его не видел. Я остался наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самим собой. И вот спустя столько времени появилась надежда, что Лис... Рад снова видеть тебя, Серега. Слышал, вас с лесником в тоннеле немного потрепало. Эти твари последнее время не дают нам ни минуты передышки. Постоянно лезут невесть откуда. Но я тебя не для этого вызвал в Метрополис. За последний месяц мы потеряли уже не первый наш блокпост на дальних рубежах зоны. Сначала мы подумывали, что это дело рук нечисти или ударовцев, которые начали проявлять активность в последнее время не только в тоннелях, но и на поверхности. И вот, во время последнего сеанса связи с железнодорожной базой Арктика-46, в радиоэфире мы кое-что услышали. Думаю, тебя это должно заинтересовать. Сигнал был нечеткий и сильно неразборчив, затем полностью исчез. Речь шла о Лисе и, возможно, саркофаге на ЧАЭС. И что самое поразительное, после нам так и не удалось больше связаться с Арктикой. Мы запросили поддержки у ВСУ, но их группа, направленная к Арктике, пропала без вести. А у нас сейчас катастрофически не хватает людей для полномасштабной операции. Поэтому я решил отправить тебя в разведку. Ты лучший боец свободы, да и в одиночку будет легче проскочить незамеченным. Заодно разузнаешь хоть что-то о Лисе. Ведь есть вероятность, что он все еще жив. И еще. Смотри мне там, не геройствуй. Это разведмиссия, как что узнаешь важное, сразу возвращайся обратно. А вот что касается твоих темных, это больше похоже на сказки какие-то. За 30 лет существования зоны этих существ никто никогда не видел. Поэтому, Серега, не обращай внимания. Даже опытному бойцу в страхе может что-то померещиться. Так что ждем от тебя вестей касательно Арктики и Лиса. Даже не знаю, как вам описать мои чувства, как... Жалуется. Короче, толкнул я артефакт.
Как думаешь, правду народ о них рассказывает? Привет, Серега. Слышал, тебя в туннелях немного потрепало. Но ничего. Рад видеть тебя живым и невредимым. Слыхал о темных? Как думаешь, правда народ о них рассказывает? Или выдумки все это? Рад видеть тебя живым и невредимым. Привет, Серега. Мне уже все доложили. Но здесь есть небольшая загвоздочка. Через туннели я тебя сейчас пропустить не могу. Там ад. Мы пытаемся зачистить путь до северной станции. Вы с Лесником чудом проскочили к нам. Я понимаю всю важность твоей миссии. И поэтому могу предложить тебе проскочить сначала до заставы через поверхность. А оттуда уже доберешься до северной. Ребята откроют гермозатворы и пропустят тебя. Это, конечно, слегка опаснее, чем по туннелям. Но так я хотя бы могу гарантировать, что твари не проникнут в метрополис. И чтобы хоть как-то облегчить тебе путь, загляни к Хохлу. Он выдаст тебе боеприпасы с аптечками. И не забывай, на поверхности холод собачий. Периодически греться у костров придется, дабы не околеть. Удачи тебе, Серега.
Рад видеть тебя живым и невредимым. Слыхал о темных?